Продолжение «Гармонь Беларусь». Это вторые два резонатора. Они очищены. Как видно, здесь две планки со сломанными голосами. Здесь одна. А еще одна есть. Я просто не помню, сколько. Ну, вот. Видимо, четыре. Вот. Вот конкретно. Раз, два. Где-то еще. Короче говоря. И вот. А, вот одну вижу. А, вот еще одна. И что интересно, вот так вот голос отломанный. И здесь, так сказать. Воткнули. То ли его он так попал во время игры, когда лопнул, отломился. Ну, короче, это менять. Ну и залоги тоже менять. Потому что вот такие вот и отвисшие вот так вот. Тоже это никуда не годится. Ну ладно, что. Будем работать. Все. Итак, показываю резонаторы, приготовленные планки. Вот, и сейчас буду. Что у нас там? Пол первого ночи. И сейчас буду заливать. Вот. Перевосковка сделают. Да уж. Ну, будем надеяться, что все будет идти нормально. Все, пока. Итак. Резонатор залит. Вот. По-моему, сейчас скажу, какой из них теплый. Была проблема, пришлось две планки вскрывать, потому что задевала лайка внутренняя. Сейчас, секунду. По-моему, тот холоднее, значит, вот этот. Вот. Думаю, что это вот здесь было, вот, где видно, да, вот. Тоненькое расстояние. Вот. Как говорится, шаг влево, шаг вправо. И расстрел. Вот. Как-то вот одна планка, не то что она там внизу, она там внизу косая. Вот. Но тем не менее, может, не родная, не знаю. Она немножко выделяется, но по голосам все соответствует. Вот. И здесь ничего не менялось, ну, у меня обозначений нет. Вот две планочки. И здесь, кстати. Одна. И вот вторая. А они прям, кстати, на одном клапане полетели. Ну, что интересно, по-моему, у одного сверху было, а у другого нижний голос. Ну, ладно. В общем, залито. Правая у нас залита. Левая теперь. Потом клапаны. Время пол второго ночи, естественно. Ну, когда получается, то не очень все это долго. Тем не менее, ладненько, все, как говорится, пора и честь знать.